Народ в ужасе бежит от Аллегровой. Рустам Солнцев часто выступает в клубах с концертами, но никогда не позволяет себе работать под фонограмму. Он удивлен тем, что народная артистка России Ирина Аллегрова живым звуком не может похвастаться. «Забиваю на ютубе живое выступление Ирины Аллегровой», – рассказал Солнце. «По списку Олимпийский Кремль и везде полная фонограмма». «Нет, такие концерты не для меня. Это мертвое выжженное поле», – плюнул Солнце. «Почему любимая артистка так не любит нас с вами? Почему уже 30 лет позволяет себе так наглеть? Я знаю законы телевидения. Когда пишется шоу, к примеру, все поют под плюс, ибо так надо. Но петь весь сольник под тотальную фанеру? Помните, у многих гастролеров при вопросе, почему вы используете фонограмму, лет 20 назад было в ходу безупречные алиби. Они рассказывали нам байки о том, что где-то сцены хуторов не оборудованы, шли годы, а полная фанера не меняется. Женщина в тревожных годах, голоса нет. Но ты попробуй в лосинах, поскочи по концертам.